Ребята, ваше время идет. 40 миллионов. То есть там где-то тихонько зажопинка. То есть это, ну, я знаю, что обрезают. Ну вообще, что такое лазертаг? А что это такое лазертаг? Ты посмотри, смотри, какие кроссовки. Привет всем любителям лазертага. Мы продолжаем исследовать рынок лазертага в мире. И мы сегодня в Бобруйске, в Беларуси. Валентин Хомяк, руководитель клуба КС. Валентин, ну расскажи свой путь в лазертаге, когда ты впервые вообще в это погрузился и заразился. Началось все в 2013 году. То есть почти 10 лет уже. Да. Купил я клуб. Сразу 16 было комплектов оборудования. Это были дестройеры, все было четвертое поколение проводное. Были М-ки, резеры, тоже все было проводное. Ну, начинали мы играть, конечно, не было площадки, то есть это приезжала просто машина. Вот, то есть мы там раздавали одежду, комплект. То есть, ну и начинали играть. То есть играли мы там на открытых пусть на лесу, крепость. Забросы. Да, у вас тут прям есть такие артефакты. Да, здесь, кстати, находимся мы сейчас на территории Бобруйской крепости. Здесь историческая культурная ценность. Птички спокойно, тихо. Вроде в городе, но вроде здесь и тихо, и спокойно. Можно приехать от городской немножко суеты и отдохнуть, и поиграть, и получить удовольствие. Ты сказал, что ты в 2013 году купил клуб. Уже Но есть же еще предыстория. С чего ты решил купить клуб? Как ты вообще решил заняться лазертагом вообще? Ну, вот попробовал это. Сразу, честно, я попробовал в пинбол поиграть. И мне, ну, я как бы в кино смотрел, как бы очень понравилось. И тут моя жена говорит, ну, есть еще лазертаг, что-то там в интернете нарыло. Как раз такого нет еще у нас. Вот, я говорю, да какая-то ерунда там, говорит, посмотрел, говорит, а там лампочки на голове какие-то светятся, ну, как все, в принципе, говорят, что такое пинбол, вот, да, там, а лазертаг, это... начинаешь им рассказывать, да какие-то, я говорю, ну, тоже такие, первое было впечатление, лампочки на голове, там, пиф-паф, я думаю, ну, какой там интерес, вот, ну, потом приехал в Минск, там уже были пару клубов, посмотрел, поиграл у них уже. Вот уже, ну и потом купил оборудование и пошло-поехало. А ты поиграл на оборудование Лазервара, в Минске уже Лазерваровский. И то есть ты не выбирал, когда решил купить оборудование себе? Все случилось за 2 недели. От взятия кредита до покупки оборудования, от того, как я поиграл, то есть за 2 недели. Скажи, пожалуйста, ты помнишь вход какой был? Сколько ты денег потратил? Кредит тот, который взял на первые свои... В белорусских деньгах было 40 миллионов. 40 миллионов, вот такой вот низкий порог, 40 миллионов. Ну, тогда другой курс, соответственно, был, это 13-й год. В белорусских долларах это было, это где-то было 6, наверное, так, 6 тысяч долларов где-то приблизительно. Ну, по большому-то счету приемлемо. Да. И за сколько ты окупил вот этот вклад свой? Так особо не считал, постоянно каждый год что-то постоянно влаживают, и докупая оборудование, сейчас что-то опять закупил, плюс мы развиваемся, у нас еще и пинбол, еще и купил горку и батут, вот у нас большая горка спрятана, это 6-метровая там квадрига, так сказать, называется. Это огромный батут надувается? Да, то есть, ну еще плюс лучный арбалетный тир у нас там. Со всякими 3D-мишенями. Вот. Ну, 3D-мишенями? Да, там кабан есть такой, ставится заяц там. Вот. Ну и так плюс еще. То есть, получается, не одним лазертагом едины? Да, иногда люди приходят, спрашивают пинбол, иногда лазертаг. Ну, больше, конечно, я склоняюсь к лазертагу, потому что здесь не требуется никаких вот этих, ни масок, которые потеют, сейчас тем более вот, тепло-жарко. Говорю, одели шорты, говорю, кроссовки и вперед, и побежали. То есть. Пульты видели? Конечно. Конечно, я снимал. Гранаты кажется, вот такие. Да. Мы давно в лазерваре. Такая граната у нас есть. Бомба, вернее, самодельная. Оружейка лазертаг клуба Киберспорт. КС, как ты называешь его? Как Counter-Strike практически. Вот все. Все. Теперь все понятно стало. Клуб КС. Как практически. Вот такие в у нас игре. Еще пультики. Да. Скажи мне, сколько у вас здесь единиц оборудования рабочего? 33 штуки. 33 вот. Штуки. Есть еще такие пресловутые калаши. Масса габарит. Да, когда-то покупал я еще. Но они все рабочие. 7-го поколения, да. Ну, у тебя, я смотрю, есть Альфа-Так. Недавно вот обновился. Вот такие вот еще М-ки есть. М-ка. Это М-16. Вот. И еще М4. Есть.
М4, наверное, что-то здесь не вижу. Ну, М4 тоже А1 есть. Дядь, а вот он, вот он, М4А1. Угу. Вот. Ты посмотри, смотри, какие кроссовки. А это уже четвертое поколение, переделанное под... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12. Семь, восемь, девять, десять, 11, 2012. Да, это да. Последнее твое обновление такое. Да, да, да. Ты да. купил сразу с рейнджерами да, R15? В основном, короче... Или хищи у тебя? Да. У меня вот таких вот получается фениксов. На Альфа-Таге? Да, Альфа-Таге получается 6 штук. Потом у меня... Вот этих получается тоже. Я эти, кстати, модернизировал, пообрезал курки. Сколько я раз говорю, что отламываются. Поэтому поспиливаю на половинку, да, и получается тогда лучше. Когда большой зазор, они их отламывают. Пожалуйста, ловите лайфхаки. Лайфхаки, спили затвор. Модернизация. Ну, кстати, да, вот этот автомат, который... Который вот этот вот, R-ка, вот это, он, да, почему-то, ну, я думал, быстро оторвут, но работает все без всяких проблем. Ты вот не один так думал, что оторвутся все эти потому, затворы? Почему говорю, потому что у меня вот на этом автомате, вот на этом, было то же самое реализовано. Угу. То есть, ну, как бы она осталась, вот, но перезарядка все-таки переделала на кнопку. Почему? Угу. Потому что, ну, ненадежная эта штука. А у вас как-то там, я даже не заглядывал внутрь, скажу честно, какая работает. Вот. Скажи, а ты главный человек, который заглядывает внутрь, да? То есть да. Ты сам ремонтируешь. Да, у тебя да. есть какое-то образование? Да, я закончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. А, то есть ты сам Бог послал, как бы ты знаешь, да. как паять. Да, ты знаешь, да. такое плата, что такое линза. Ну, бывают, конечно, там моменты, когда не могу разобраться, посылаю уже... На лазервар. Так, Валентин, если мне ничего не изменяет память, то это вот очень мост, похожий на тот самый КС-овский мост. Да-да-да. Практически пуля в пулю, только материалы другие. Да-да-да. Вдохновленные игрой, да? Строили мы его, да-да-да, очень долго, но построили, он был очень надежный, ребята любят. Поэтому вот, кстати, с левой стороны от вас находятся тоже тут кубики, так сказать, я делал. Это под Counter-Strike вышечку такую сделал. Ну, ты такой геймер, вдохновлялся контроль, да? Да, было интересно сделать. Сколько здесь квадратных метров у тебя? 330. 330 квадратных метров. Сколько человек может одновременно максимально поместиться в одной игровой задаче? Ну, комфортно, чтобы играть 30 человек. До 30 сразу, человек. Да, 15 на 15. То есть, мы играло, правда, и больше. У нас и 50 человек играло. Белшина приходила, клуб у нас. Ну, конечно, это Бобруйский, Белшина. Это когда соревнования там делали. То есть корпоративный сегмент. То есть вы тут... Да, да, тогда как бы тут, ну, там делаем турнирный режим. То есть, когда там 3-4 команды, бывает и 5 команд делим. Вот, и две команды заходят, и тут такое месиво идет. Есть же конкуренты в городе? Да, есть. Или это друзья? Вот, как ты их представляешь? Ну, сначала, если честно, я переживал, даже когда поиграл в пинбол, думал сначала пинбол открыть, открыл лазертаг, думал уже, кто-то есть, кому-то вот насаливать уже, надо что-то новое, и никому мешать не буду. Ну, то есть, и никто не скажет, что ты лишний. Uh-huh. Вот. Потом, конечно, когда спустя... Года 3, может 4. Те, кто занимались пинболом, начали пробовать лазертаг. Плюс их появились. Ну, было уже клубов 8, наверное. Угу. Они закрывались, там открывались уже. То есть, но я скажу, что мы общаемся. Все равно общаемся. То есть где-то друг другу помогаем с другими клубами, потому что ну, надо общаться и надо. Помогать друг другу. То есть у вас вот мосты наведены между клубами, которые как бы держатся на плаву? Да, где-то оборудование, допустим, если бывает больше игра, допустим, просишь оборудование, так бывает, и у меня иногда оборудование просят. Uh-huh. Вот, то есть, ну... Ну, а нет таких, кто вот прям контры-контры, прям конкуренты-конкуренты, вот это вот глупости? Да, нет, я считаю, что такого нету. И... Да и смысл, каждому хватит. Каждому хватит клиентов, то есть... Каждый по-разному работает. То есть и кто-то работает, допустим, на базе сидит. Я, допустим, еще постоянно работаю на праздниках. То есть это mm-hmm. вот с выездами. Кто-то праздника, допустим, в одном городе, в другом. То есть у нас же рядышком городов много. Mm-hmm. Пожалуйста, поехал, работай. Бывает на празднике вдвоем стоим. То есть и двоим хватает работы. То есть, а, даже так? Да, то есть... 200 тысяч таки населения. Да. Ну, это лояльная позиция, это очень хорошо, потому что с точки зрения, это очень в маленьких городах часто такое бывает, что они недолюбливают друг друга, как бы считая себя реально конкурентами и бьются. Да, знаю, есть такие, как бы, знаю, даже знакомые одни, то есть они там поделили, так сказать, некоторые даже территории, mm. вот, ну,
честно, может, это моя позиция такая, как бы. Ну, по-моему, конкуренты ко мне как бы тоже, по-моему, нормально относятся. Я думаю, что у нас все нормально по-брюски. Ну, это супер. У меня контрольный пункт вот такой самодельный я сделал, как бы, ну, знаете, да, контрольный пункт. Да, ну ты же свою начинку. Да, да, да. Вот да, она, доска, как говорится, чехословацкого шкафа. Или югославский гарнитур, покрашенный. Да. Так. Ну, тут такая ниша, туда можно что-нибудь сложить. Угу. Вот такую точку я сделал, тоже самопальную было. А для чего такую высокую? Ничего себе. Ну, такой... чтобы... Я знаю, что обрезают. А вот... Лент хотел сделать, да, кстати, это был такой пробный момент. Как миномет. Да, что думал, чтобы лента была высокая, было видно, но, по сути, бывает, дети не подвигают и не достают. Не да, тут я поэтому... взрослые, вот так да, вот попробуйте. Короче, тест не прошел, короче, варианты. Я же его... ты сам экспериментируешь. Да, 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 тоже убрал. Хорошо. Сколько в Бобруйске вот у тебя ценник на... И как вообще вы работаете? Пакетом, по часам? Сейчас стоимость 20 рублей 2 часа игры. Угу. Вот, то есть многие спрашивают, типа, ну, мы хотим час, там, объясняю, что вы же не... Не спартакиада, что вы там по свистку стартанули, вы бежите 2 часа. То есть это режим 15 минут uh-huh. идет, вы там поиграли 15 минут, потом пауза там 2 минуты, потом опять играете. Плюс инструктаж вам рассказывают, то есть как это все правила проходят. Ну и помимо этого где-то водички попили там. Uh-huh. Сколько вот по максималке ты можешь за выходные пропустить через свой клуб людей? Когда uh-huh. выпускные, тогда все школьники, все... То есть вот сейчас-то пора прошла, ты только вот выдохнул сейчас да, чуть-чуть. Да, выдохнул, ну сейчас у нас... Другой немножко план пошел, то есть мы сейчас уже с выездами работаем, то есть немножко вот, просят ребята где-то отдыхают еще uh-huh. по месту, там на речке где-нибудь еще что-то, ну и также здесь проводим тоже. Максимальный кэш, который ты зарабатывал лазертагом? Когда приходят большие предприятия, допустим, там тоже Белшина, uh-huh. вот они приходят там сразу по 100, по 150 человек. Uh-huh. Ну там ценник немножко поменьше, мы там с одного человека берем, но когда приходят предприятия, то... То есть это целенаправленно, люди приходят, они там по безналичному расчету, все пришли, отыграли, сразу делаем турнирный режим, и mm-hmm. то есть вот так вот. Ушел от ответа, молодец, настоящий бизнесмен. Значит, мы видим у тебя лазертаг стволы, пейнтбольные стволы, да, луки, рогатки. Да, рогатки, это если кто закончил стрелять, у кого кончились патроны, я говорю, собирайте с пола, и пошли, говорю, стрелять. В каком процентном соотношении у тебя игр пинбола и лазертага? В основном лазертаг. Кто-то делает упор на пинбол больше, я говорю лазертаг. Первые игры я, во-первых, играл первых 3-4 года, я каждую игру играл. 5 лет, наверное, проводили соревнования. То есть это и Могилев к нам приезжал, и Минск приезжал, и Мозырь приезжал, и мы в Мозырь ездили, и в Минск ездили, соревнования проводили. Плюс тематические игры «Сталкер» проводили. Там, то есть, сценарки. Да, то есть было очень интересно. У нас там было и школьные турниры. Там. А за что ты любишь лазертаг? Во-первых, это позитив, который ты даришь людям. Я всегда спрашиваю, чтобы им понравилось, то есть, чтобы получили эмоции, чтобы все было классно. То есть они побегали, стараясь, чтобы когда две команды играют. И одна играла, и вторая. Где-то и бывает, и подыгрывают. То есть там где-то тихонько... С их команды делаю другую, переделаю, чтобы они своих немножко постреляли, там, особенно мама или пап там. Вот, то есть, ну и сам где-то там со снайперками сижу, то есть, чтобы было одинаково. То есть, победила, должна быть дружба, так сказать. Какой главный инструмент привлечения клиентов в Бобруйске работает здесь? Инстаграм, СММ, какие-то там рассылки, наклейки. Что, какой эффективность, что? Купоны, жетоны. Ну, как всегда, это сарафанное радио. Это главный инструмент. Да, 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 сарафанное радио. Ну, опять же, контакт. Лазертаг достаточно новая движуха относительно там, да, если берем истории. Сталкивался ли ты с непониманием людей и с какими вообще трудностями в объяснении, в рассказе, что такое лазертаг? И есть ли у тебя какая-то своя коротенькая формулировка, что такое лазертаг? Я говорю, это военно-патриотическая игра на основе военных действий. То есть всегда делаю акцент, что говорю, военный спецназ, говорю, тренируется, есть uh-huh. военный лазертаг. То есть, когда мне говорят, что это какая-то ерунда, uh-huh. вот я говорю, то есть, ну, ребята серьезные тренируются, uh-huh. как бы, то есть, ну, значит, не просто ж так, наверное. Так. Потом говорю, что в отличие от других игр, нету, говорю, задержки при стрельбе. То есть ты выстрелил, сразу попал. Четкое попадание, четкое срабатывание, нету обмана. Uh-huh. То есть ты попал. Плюс это все сопровождается озвучкой. То есть перезарядкой, дополнительных девайсов, то есть куча. То есть если там в пинболе только автомат и все. Здесь тебе и аптечка, и контрольная точка, там и, ну... Ты весь клуб КС тянешь сам на себе, на своих плечах? Или у тебя есть помощники? Есть много помощников. Ну, ребята такие, так сказать...
помогает сезонно, то есть, да, кто-то помогает, потом раз, там, кто-то поступил учиться, женился, уехал в другой город, там еще что-нибудь. Ну... И сам ты проводишь игры? Сам проводишь инструктажи? Да, ну у меня сын уже большой, то есть сейчас ему 15 лет. А, то есть и он уже вписывается? Да, и вот уже, прошу, помогает мне. А он совсем с маленького возраста, да? Да. С маленьких лет уже играет. Какие направления в Бобруйске, в лазертага существуют? Ну вот, я так понимаю, все равно это больше прокатный лазертаг у тебя, да? Да. Понятно, что он военно-тактический, вы говорили, что сценарные игры вы какие-то раньше организовывали. Да. Сейчас меньше уже вот этого такого движа? То есть раньше я, ну даже я площадку строил, я беседку начал постом строить, и все. Для меня сначала было интересно построить там мост, там, то есть вышки там, то есть укрытие, чтобы... Было интересно. Как показала практика, людям бывает не настолько интересна площадка, сколько им важно, чтобы было комфорт, вот прийти, посидеть. Подушечки, все, да, мангальчик. Шашлычок там пожарить. То есть тебя, как человек, который любит лазертаг, это, наверное, немножко коробит. Да. Или коробила, во всяком случае. Сейчас я уже понял, что надо немножко чуть-чуть подстраиваться. А ты, есть у тебя планы, как разнообразить вот здесь, что-то добавить? Ведь наверняка же много каких-то идей, независимо от лазертага какой-нибудь. Я сказал бы, что еще одну площадку. Еще одну площадку? Да, то есть... Чтобы одновременно две. Либо, кажется, либо крытую, так сказать, искать, либо какую-то еще. То есть, потому что у нас бывают люди приходят, ко мне ребята бывают приходят, приезжали по два раза в неделю в течение там, всего лета. Ну и потом, говорит, мы уже все попробовали. Говорит, ну хотим что-то в другом месте. Говорит, я говорю, понял. Тогда уже, там, говорю, едем туда куда-нибудь, или в лес, или еще что-нибудь. Ну, у тебя есть, да, топ каких-то, ну, пять мест, которые ты вот выезжаешь, да, берешь, собираешь все оборудование в тачку и поехал. Вот да, расскажи какие-нибудь про достопримечательности и классные. Это в основном не, забросы, или, в принципе, в Беларуси так немного забросов? Много. Много? Много. Все еще, много. Как бы, уже их количество уменьшается. Лес, конечно, самое первое, но есть еще забросы, которые можно поиграть. Вот. Но, тем не менее, уже они немножко уменьшаются. Вот. То есть, ну, мы выезжаем еще в ближайшие города, тоже я там тоже свои уже площадки знаю, где там можно поиграть. Потому что не у вас... Тебе не нужно ни с кем коннектиться, договариваться, что вот я приеду сейчас в ваш город и буду играть на этой площадке. Или ты приезжаешь на храпом, берешь, занимаешь территорию и играешь. Не приезжаю в такие большие города, где у них свои клубы. Обычно, если большой город, большой клуб, они обращаются к своим, да, то есть нет смысла обращаться в другой город. То есть было, да, что мы ездили в Минск, нас просили там. Специально мы там сотрудничаем, допустим, есть детский лагерь такой «Краски жизни», он частный лагерь, то есть они там в Минске арендуют, еще там за Светлогорском. Вот они просят, чтобы именно мы приезжали. Почему? Потому что, ну, как я заметил, очень важное отношение. Очень важное отношение к детям, то есть как ты относишься. То есть не просто там кричать на них, то есть им важно, чтобы ты спокойно объяснил, то есть там не понимает еще раз, то есть... Вот это тоже у тебя хватает важно. Терпения на все это дело? Да, вот у меня склад такой характера, что я очень спокойный, и многие говорят, как ты его держишь. Хотя бывает иногда, когда особенно очень много игр, бывает такое, что не выдерживаю. То есть уже и в последнее время, вот, грубо говоря, последний месяц я решил вообще... Не проводить игры пока. Не проводить, будет более спокойно, потому что я... Ну, ставят дети, там, одна команда, вторая, так, поделились, там, они, там, ставят, слушаем. Все равно балдят, глядят, начинают их строить, вот это вот, свои нервы тратить, и все равно они редко слушаются, пока вот они, своя нервная система, поэтому лучше спокойно объяснить. Я им, как бы, лучше всего мотивация говорю, ребята, ваше время идет. Сначала они мимо ушей, то есть, как бы, не слушают, а потом один из, как-нибудь ребенка услышит, что... Так в наше время, и он уже начинает их мотивировать. Давайте, что вы там это закричите, давайте, время идет. И они тогда уже начинают где-то более... Время идет, слушают, деньги да. капают. Да, да, мне еще поиграете, говорю. То есть, а потом в процессе, говорю, вот вы уже успели 5 сценариев сыграли, и только 4 сценария, поэтому они уже начинают где-то... Если загибать пальцы, вот какие вот главные особенности своего клуба ты бы мог бы выделить? Вот я понял, первое, это отношение к детям, отношение, где успокойствие, не эмоционирование лишний раз по всяким ненужным поводам, а еще? Ну, я люблю, когда приезжают, бывают ребята, когда они приезжают именно поиграть. Так эмоционально играют, то есть, ну, вот это классно, да, я вот это мне нравится. То есть я тогда, бывает, сам подключаюсь, то есть я не люблю сам, когда кто-то чистерит, конечно. Начинаю нервничать там, то есть, как это не по правилам, там все.
Вот. Разрешается у нас стрельба по-сомалийски. Разрешается? Да. А почему ты, кстати, по-сомалийски вот решил, что можно? Ну, потому что почему бы нет? Ты же не видишь противника, то есть, ну, почему бы из угла не пострелять там? Да, еще мне ребята научили мечане, такая стрельба, это называется зажопинг. Точка, да, допустим, точка стоит, и, ну, получается, ты идешь задом, голова тебя закрыта, тебя убить не могут, и ты, получается, подходишь и пиф-паф, захватываешь точку. Это особенно работает с твоей вот этой большой, большой точкой. Да, и таким образом можно пройти большое расстояние, если противники, но это очень... Слушай, это же так очевидно, зажопинг, я вообще первый раз об этом подумал. Но жить можно, одним лазертагом бобруйски можно выживать, неплохо зарабатывать. Ну, скажу, что у меня еще есть работа. Дополнительно, да. Потому что летом хорошо, но зимой все-таки лазертаг у нас не работает в Орске. Вообще, можно сказать. Ну, бывает, нет. Раньше было больше игр. Вот. Ну, коронавирус немножко подсолил, так сказать. Ну, сейчас вот начинает опять простреливать уже. Вот, но зимой все-таки не так. Ну, хотя у меня есть и костюмы белые, в принципе, интуражные. То есть, и выезжали там мы. Интересно, когда играть в снег, там ты в белом костюме, к примеру. То есть, ну, люди почему-то думают, что зима, холодно. Они спрашивают, даже осенью можно играть? Я говорю, слушайте, я всегда говорю, вы зимой на лыжи ходите? Ходите. И вам холодно? Нет, не холодно. Я говорю, думаете, вы с автоматом будете бегать, вам будет холодно? Нет. Да, играли мы там максимум до минус 15. Потому что больше, если минус 15, аккумулятор садится, и если снег идет, начинает прилипать и к автомату, и немножко пальцы примерзает. А так, в принципе, играют очень даже классно. Если, Валентин, собрать все вместе, тагеры, оборудование, девайсы, всякие другие ништяки, усилия, за сколько бы ты продал бы клуб? Не думал? Вот тут весь бизнес. Думал как бы. Базу клиентов. Вот. Я, если честно, когда покупал, как бы даже думал, мне давали базу клиентов, я что-то не подумал, что те же самых минчан можно было как-то переманить. Сейчас как бы тоже многие думают, кто будут вступать в этот бизнес, когда кто-то не занимался, они не поймут, что база клиентов это как бы, ну, это же самая группа Инстаграм, у меня там тысячи ВКонтакте, 3000 подписчиков, там не всегда может столь важно, как бы считают. Ну, а так даже не скажу, ну, 1020, наверное, долларов там совсем. 1020 долларов. Да. Ну, это совсем, то есть это лазертаг там и все остальное, и пинбольное оборудование, и все остальное, я думаю. Валентин, ну и последний вопрос, наверное, который я всем задаю. Какое ты видишь будущее лазертага вот в ближайшие 10 лет в Бобруйске, здесь, у себя на площадке? Что бы ты хотел и что ты, вот, о чем бы ты мечтал? Я бы хотел площадку свою. Я видел строить площадки полностью, голая равнина, поле площадки, полностью строить с нуля, восстанавливать площадку для игры, то есть это полностью безопасная, полностью крыша крытая, там со всеми переодевалками, чтобы всякими проходами, туннелями, ну что-нибудь такое мне бы хотелось. Мне кажется, у тебя уже есть в голове проект, прожект. С чертежами, с планом и схемой. А прикидывал ты, сколько может денег стоить крытая площадка, вот, чтобы возвести? Ну, тут варианта два. Либо строить самому, две руки и больше времени, как бы с помощью ребят там. Вот. Ну, либо покупать. Ну, я все строил сам, поэтому, ну, конечно, ребята помогали тоже. Поэтому даже не знаю, сколько такое будет стоить удовольствие. Так все же про будущее. Что нас ждет? Что нас ждет в твоем понимании? Ну, я видел, что есть как военный лазертаг. Допустим, не фаертаг, например, может быть, я что-то путаю, когда есть дополнительные датчики грудные, то есть они в лазертаге есть, когда есть дополнительный экран, как вот, ну, допустим, мне кажется, будет тоже прикольно, информативно, где ты, допустим, ну, может быть, в телефоне, да, то есть когда ты смотришь количество попаданий, сколько ты попал, допустим, да, там, то есть все это четко отображается у себя. Когда ты используешь на больших локациях, где используется геолокация, допустим, ты видишь, где находятся, допустим, твои ребята, ты можешь с ними там сообщаться, и ты играешь, допустим, там, убиваешь противника и показываешь, сколько, допустим, ну, как в голодных играх, сколько выбыло там человек, ну, такое что-то было бы интересно. Но тебе мечтания не чужды, ты фантазируешь на этот счет? Или как бы живешь в жестоких реалиях? Ну, я считаю, что все будет развиваться, будет расти, ничто на месте не стоит, поэтому будет дальше будет все интереснее и вы
как вы видите, показываете, что оборудование постоянно развивается. Вот сейчас 11-е поколение AlphaTag. Я думаю, что будет еще интереснее. Валентин, мы желаем КС-клубу тебе лично развиваться, расти, добиться, как говорится, закрытой площадки, чтобы и сезон зиму закрыть, и весь Бобруйск тусовался у тебя, играл в Лазертаг, и, в общем, в светлое будущее вместе с Лазервар. Спасибо большое за интервью. Вам тоже спасибо, что приехали.